Заднюю, заднюю, заднюю. Блять, короче, нахуй, хотел покататься, нахуй, аккуратно, блять, заказал себе тачку. Вот, катаюсь, блядь, тут, нахуй, подъезжает тут этот мент, блядь, хули он от меня уезжает, блядь, боится меня, да, нахуй? Чё они, блядь, чё они, нахуй? А чё, реально, вы чё, дебилы, блядь? Ребята, что с этим мусорами не так? Короче, всем привет, с вами Герман. И Ванёк. И сегодня, блядь, мы, походу, будем от копов, блядь, угонять, блядь, потому что они заебали. Будем их сегодня перестреливать, блядь. Ваня, у тебя много оружия? Нет, я хотел до этого заехать. А у тебя есть немного чего-то подстреливаться, нет? Есть, вот я подстрелил. Короче, давай сейчас набьем 5 звезд. Недолго мы. Не, нормально, сейчас. Короче, по автостраде поедем. Набьем 5 звезд. Вот, а после того, как мы набьем 5 звезд, мы поедем, блядь, на военную базу. И там будем это самое. Пытаться угнать истребитель. Как тебе, блядь, такая идея, нахуй? Нормально. Блядь, просто нахуй. Я пригнусь, слушай. В смысле пригнешь, у меня все нормально. Мы едем, блядь, знаешь, сколько мы едем? Мы едем около сотки. Ну, тебя. Но ощущается очень много. Так, смотри, впереди мусора. Готов? Ой, тяжело. Давай, блядь, тормоза не прокачанные на машине. Ах, вы собаки, блядь. Газуй, газуй. Кого газуй, ёпты? Тебя стреляют или нет? Да, я его... Да, меня просто не стреляют, у меня всё нормально. Это тебе везёт просто. Какой везёт-то? Просто, может быть, я нормальный, а ты нет? Смотри, блядь, смотри. Ну что это такое, блядь? Что это за безобразие? Вань, я не хочу. У меня один пистолет. Я тебя не хочу расстраивать. Че? Ну походу мы не доживем до 5 звезд. Мне тоже так кажется. Знаешь почему? Чего? Я наехал на шипы, блядь. У меня оказывается колеса не бронированные, блядь. Я причем на шипы не понял, как заехал сначала. Ах, сука, ты кто такой, блядь? Че ты на меня? Так, минус, минус, все, блядь. Ребята, как вы думаете, сколько мы сможем продержаться, а? Ну, на Куруме что... мы бы были это. Ну, Куруме неинтересно, понимаешь? Сейчас мы вообще, блядь, на дисках поедем, блядь, колеса лопнут. Когда мы поедем на дисках, машина будет вообще неуправляемой. Так. Я по вертолету. Блядь, тихо, 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 тихо. Главное, чтобы они нас не остановили. Если нас остановят, то нам смерть. Ты сразу, сразу убьют. Вертолет, нормально? Ну, вертолет нас, походу, пока что... смотри, можешь вперед иногда. Да я смотрю по бокам, я отстреливаюсь тоже. Что ты с пистолета можешь сделать? Я вот... вот чему... Ага, блин. О, блядь, слышь, опять, опять шипы. Ну я, по-моему... А, слышь? По-моему, у нас уже минус 3 колеса. Вот. Но ага. Это вообще никак не меняет. Я просто не понимаю, 3 колеса у нас проколоты колеса? Не, вот, да. У нас одно колесо только нормальное, остальные... Ебать, слышь, броневики какие-то приехали. По-моему, пора на военную базу. Ебать, она не рулится! Она не рулится тебе вообще. Метку, я метку пока тебе поставлю. Давай, ставь метку. Я, в принципе, знаю, тут прямо ехать. Да, тут прямо ехать. Блядь. Сколько у тебя хп? У меня нормально все пока. Нет. Ну, полка, она восстанавливается. А если я похаваю? Да, нужно похавать. Ой, блядь, тихо, тут... пацаны! Ебать, они сами вахуи были, видел? Как бы пролетели. Вот, тачка. А, мне... Я просто заспаунился побыстренько. О, слушай, я, конечно, не подстрекатель, блядь, но у меня колеса проколоты, но они не это... Не лопаются, в смысле. Тихо-тихо. Точнее, просто сдутые. А, тихо, пизда, колес нет. Вот. Слышь, последнее как? Колесо, по-моему, прокололи, да. А, у меня да. Все, мой. Все, пизда. А, нет. Нормально. Нормально, слушай, но, она это, я не знаю, полный привод у нее или нет. Но она ее немного несет. А, да мне уже шипы пофиг. Вот сейчас уже проблемы могут возникнуть. Небольшие, блять, Ваня, просто отстреливайся. Сейчас я что-нибудь придумаю. О, спасибо, подтолкнули меня. Так, так. Разворачиваемся. Давай, так, тихо, разворачивай. Живой, нет? Я погиб, говорю. Как ты погиб? Так, ребята, я извиняюсь, я не знаю, на каком моменте у меня нажалась пауза, блядь, но... Да, козу, я надеюсь, что все самое интересное у меня снялось, блядь. Я до сих пор живой, Ваньку, если что, убили, по-моему, меня тоже убили, у меня машина загорела. Вовремя, да? Я включил запись. Я просто это, у меня она выключается, случайно на кнопку нажимаю фризом. Я 2 звезды. Так, ну чё, как мы говорили, мы теперь на военную базу поедем. Угонять истребителя. Ты готов? Кстати, а ты не боишься, что ваш персональный транспорт был конфискован полицией? Мне за мою тачку 6 косарей дают. Чё, 6 косарей дают? Забирают. Типа, да. Какая конфискует. Так, ну тогда давай сейчас угоним истребители, и на истребителях я тогда поеду забирать свою тачку. Подожди, насколько хоть много. Так, где моя тачка? Первый раз? А ты ее не сможешь забрать. Почему? За нее платить нет.
Да у меня есть деньги. Ну, только ты... Я типа не могу ветку поставить, алло. Страховку пишешь и все. Какую страховку? Страховку надо писать? Да. Сейчас, подожди. Кого там Мэри... Морш Мершел? Бля, конечно, самое то, да? Слышь, выкидывай сначала меня. Там где-нибудь время в ангаре. Эй, я вообще яхта в ангаре. Во, все, я... Ваш транспорт находится в вашем гараже, слышь? Здесь на самом... Ебать! Ваня, давай в ангар. А нас попали или нет? Не знаю. Батя, что-то жестко. Давай в ангар, быстрее, быстрее. Блядь! Моя тачка, нет! Нормально, мне понравилось. 6 косарей. Стой, подожди, я восстановил тачку. Короче, я не буду за свою тачку. Я не буду на куруме там заезжать больше. Почему? Ну, же 6 косарей каждый раз отваливаю. Ханик, подожди. Я могу сейчас свою тачку вызвать? Да. Если ты ее восстановил, то я восстановил, но она у меня на штрафстоянке. Чё? Чё? У меня не было только. Всё, я поехал. Восстановил и всё. Ты со мной, нет? Я не с тобой. Окей, давай. Так, ну... Надо пригнуться, не забить. Тачка до сих пор показывает, что она на штрафстоянке. В смысле, она у тебя стоит на штрафстоянке? Типа, ну, по карте? Показано, да, да. А, так у меня я нет. Я ее восстановил, мне написали, что у вас в гараже она. Ну. Так, подожди. Просто когда у меня забирали... Конфисковано, да, слышь? Не могу это сделать, она конфискована. Блядь, ну короче, все, я сейчас угоняю истребитель. Главное, чтобы танк не попался и... Тихо-тихо. Сэр, запретная зона. Сначала, слышь, ебать танк, пизда, танк. Сначала стрелять начали, а потом, блядь, только с говорить. А, твой танк у меня стреляет. Я не знаю, где танк, кто я, короче... Ой-ой-ой, ебаный рот. А, это ты здесь. Моя. Слышь, ай, мою жопу поджали. Слышал, по мне хуячит, блядь, тихо-тихо-тихо. Нужно его обезвредить. Так, тихо-тихо, ебать, тихо, ребята. Тихо-тихо, ребят, тихо, блядь, он так быстро это все делает. Блядь, задавил, нет, только не переезжай меня, не переезжай. Блядь, он меня переехал. Так, живи, я живой, давай, ты тихо, я живой. Ой, я бы хочу. Я за танк, все, меня убили. Ты что, танк хотел? Очень жестко. Я вокруг танка, короче, бегал туда-сюда. Мы вообще сегодня угоним истребитель? Мы когда-нибудь его вообще угоним? Ну, я в тот раз угнал, когда, помнишь? А, мы не записали это, вспомнил. Да. Нет, подожди, я угонял, но у нас гонка была. Я угонял. Когда, в смысле, когда мы три гонки подряд, типа, должны. А, да, да. Три гонки подряд, кстати, это еще выйдет на канале. Так что ждите, ребята, или уже вышло. Вот, смотря, когда эта серия выходит. Так, тормози. Я заезжаю, там есть танки, сразу скажи честно. Я через другой вход ехал. Да? Нифига себе ты. Так, ну, я надеюсь, что танков больше не будет, но, блядь, я так жестко за ним, это, бежал за дулом, чтобы оно меня не застрелило. Я пригнулся, и мне вроде норм. Ты думаешь, ой, танк! Я слышал. Я прям на него. Ты думаешь, это тебя спасет от танка? Я хотел сказать, я пригнулся, блядь. Ты знаешь, такой за угол заезжаю, и он стоит. Как в лучших фильмах. Опять, сначала стреляют, потом, о, меня опять танк, я слышу. Ну, где он, я не вижу. Почему танк спал? Ой, ебать! Два танка. Я услышал. Я понял. Мы вообще, наверное, сегодня не до это, не... Давай на паузу. Зачем? Нормально, это самое интересное, я считаю. Так, быстрее. Ну, смотри. Если бы не танк, все было бы уже хорошо. Если бы не танк. А танк нужно как-то обхитрить. Ты умеешь обхитрить танк, можешь? Да, вдвоем заезжаем, давай, действуй. Да, чтобы, блядь, одного кого-то убили, я не хочу. Нет. А, блядь, меня сбили. Меня сбили на БМВ. Так, можешь, пожалуйста, блядь. Я въехал. Ты въехал? Так. Куда ты? Я въезжаю в стройку. Да шо, парни? Чё, тебя убили тоже? Только не танк, только не танк. Блин. Конкретно, давайте мне это... А тут нету, взорванный. В смысле, истребитель? Там же еще есть. Давай, тормози, тормози. Так, ты не нужен мне. Давай ты лучше. Блядь, ну. Ага, танк, привет. Сука. О, эта тачка по. Блин, все тачки. Он прям за углом стоит, знаешь, типа. Как слушай, это, но как он радар же должен как-то пропасть, я считаю. Он как радар, блин. Он такой стоит за углом. Ну. Ты въезжаешь, и он тебя бомб. В бочину тебе. То есть ты хочешь сказать, что он знает, что мы там. Да не знаю. То есть ты хочешь сказать, что он нас через стены просматривает. Он. Волхак. Волхак? Танк-хак, волхак.
Nice hack. А давай, короче, ты будешь летать на истребителе, меня взрывать, я бы... А ты будешь с танка? Да. Угоняй танк тогда. Да? Ты думаешь, это... Блядь, это сложнее, чем истребитель. В смысле? А чё там залезть-то? Да, ну залезть... Нет, залезть-то не сложно, но... Сложно, блин... Так, тихо, ребят. Да, лучше истребитель. Так. Я Курама... Курама. Вать, это запретная зона, сэр, покиньте. То есть сначала меня расстреляли, блядь. О, танк вижу. О. Слышь? Слышь, а ты в ангаре взорвал это? Да, я видел. Я не знаю, это был любимый мой ангар, потому что там никогда не стреляет. Да, это тоже. Ой, танк. Ну танк далеко же не стреляет? Или стреляет? Ну, тут два истребителя стоит, слышь. В принципе, тут чисто. Если хочешь, можем, это... Могу поделиться, тут второй стоит. Блядь, на меня танк хуячит. А, на меня застрелили. Подожди, у нас никогда сложности не было. Все, я угоняю. Истребитель? Хоть бы не танк, хоть бы не танка. Танк, давай танк. Я не хочу, чтобы ты угнал. И что, интересно, он будет стрелять или нет? Вот когда ты взлетишь, он будет в тебя вслед тебе стрелять? Взлетел? Я слышу, что-то произошло. Это в тебя? Да. Ну танк. Ой, я тебя вижу. Так, сейчас. О, за тобой второй летит! В смысле второй? Никогда же не взлетали. Слышь? У меня проблемы явные. Штопором вниз. Да какой штопор? Подожди, за тобой второй истребитель летит. А? Ой, ебать, тут два танка, они, короче. Слышь, тут, короче, титан заспавнился. Че такое? Титан — это огромный самолет. Ой, я вижу. Я на парашюте туда лечу. Сейчас, подожди, М. Быстро, блядь. Предметы. Еда. Кола. Быстро, блядь. Кушай. Не, я лечу на парашюте, брат. Так, писвассер, блядь, пиво придется пить, сука, похуй. Пиво за рулем. Я ракеты стреляю. Блядь, что я делаю? Стой, я взлетел. Я вижу. Тихо, что-то... Так, что-то летит. Ну, вроде нормально, я вроде взлетел. Я на парашюте лечу, у меня ракеты. Так, что-то происходит. Слышь, по-моему, на меня эти ракеты. Да, точно. Ебать, пизда. Ваня, у меня двигатель бачок отказал. Влетайся у меня, я под тобой. У меня вообще все отказало, все системы, блядь. Так, я тоже с другой стороны. И у меня, короче, какая-то красная метка на радаре, слышь? О, я пропало. Тоже. А, это ты, наверное. Да, это тоже. В смысле, а почему? Тоже было, не знаю. Так, а можно, пожалуйста, еще как-нибудь на базу поднять? Так, подожди. Блин, вот тут прям вход на базу есть, а нету этого, как ее. Ни машины, ничего. Как я должен пешком что сюда пробираться? Ребят, запретная зона, уходите немедленно. А если я тебя нахуй пошлю? До свидания. Ебать, ты живучий. А, как ты меня через стекло? Я думал, это бронестекло. Знаешь, как там в Сан-Андреаске в какой-нибудь... Так, я понял. Это все довольно сложно. Можно мне? Блин. О, машина ездит. Давай. А ты где вообще? Я вообще с другой стороны. Давай, короче, все по последней попытке. Если у нас не получится, то... мы на этом серию закончим, потому что я конечно, я не слежу, какая она по длине, по продолжительности, но мне кажется, она уже такая нормальная вышла. Так, я еду. Я надеюсь, что тут мне эта дорога будет открыта, тут меня впустят. Так, я взял машину. Так, ребята, момент истины, просто меня сейчас впустят или не впустят, но я ворвусь в любом случае. Так, пока, привет. О, мне даже ничего не сказали, слышь, я приехал, мне, звезды дали, да, но не сразу. О, тут второй пусто. Слышь, у меня пусто вообще. У меня на базе пусто, Ваня. Блядь, база пустая, блядь. Тут чё? Ангар и ангар пустой. Подожди. Я не знаю. За мою голову 5000 назначили. Ой, блядь, так. Слышь, база пустая. Титан стоит. А, нет, не пустая, наоборот. Да, титан. Ой, танк. Два танка. Чё? Ну, чё, там пизда, ты не угонишь ничего. Серьезно? Да. Ну, в общем-то, это. Я думаю, что хватит уже на этом, блин. У меня еще бензин закончился. Представляешь? В общем-то, ребята, наверное, на этом угнал. Все. Ты угнал истребитель? Реально?
Алло. Да. Окей. Так, ставим мою тачку, я выбираю. И еду сейчас пока что. Я пойду это, конфискованную тачку. Ой, ой. Я думаю, что на этом стоит закончить. Так что давай прощаться. Давай. С вами были. Алло. Кто с нами был? Ванёк. И кто еще? И Герман. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Я вылетел. Ты вылетел? Всем пока, ребята. А я пока что в тачку и за своей нормальной тачкой поеду. Встретимся в следующей серии. Всем удачи, всем пока.